Шевроле Кобальт 2014 год выпуска. Смотрите, 200 тысяч машина прошла, какое состояние, лакокрасочное покрытие. Мыл ее несколько дней назад. Самое главное, что проем двери покрыт лаком. Современные дорогие иномарки, матовый лак на проем дверей производитель стал экономить. А здесь все сделано, никакой коррозии. Пожалуйста, состояние резиновых уплотнений. Никакой ржавчины. Машина вообще великолепная. И вот как съел и чугун на барабанах. Смотрите, что с чугуном. И какие великолепные пороги. Машина отличная. То же самое с этого края. Вот состояние порогов. Вот состояние дверей.